Дорогая молодежь, у меня тоже тема одной несовместимости. Она так называется «Служение Богу и мамоне». Я прочитаю текст, он записан в Матфея 6 глава, 24 стих. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Я долгое время размышлял об этом тексте, и для меня очень дорого стало, и свою жизнь проверял, что в моей жизни есть служение Богу, а что есть служение мамоне. Да? И вот немножко сегодня хотелось так разграничить и выбор такой сделать, молодежь, что же нам избрать? У вас сегодня как раз время выбора, молодежное время – это время выбора. Что вы будете в жизни делать и как дальше будете жить? Каким путем пойдете? Служению Богу или служению вот это мамоне? Ну, слово мамонна, здесь так вот, этот текст, если в переводе, нельзя делать несовместимые вещи. Это несовместимые вещи. Мамона – древнеязыческий бог. Богатство, так о нем говорили в истории. В переносном значении означает страсть сребролюбия, стяжание, алчность богатству. Стремление разбогатеть, стремление посвятить свою жизнь именно на приобретение богатств и положения в этом мире. Вот так примерно расценивалось и в то время, во времена Христа. Это было очень понятно, когда Христос говорил, не можете служить Богу и мамоне. Но я свою проповедь разграничил где-то на четыре части. Первое – это что значит служить, потом служение Богу, служение мамоне и кому служу я сегодня или хочу служить. Слово «служить», оно так вот в словаре «нести, исполнять службу, делать что-нибудь для кого-то, выполнять чью-нибудь волю и приказание, направлять свою деятельность на пользу чего-нибудь или кого-нибудь, совершать поступки, направленные для пользы кого-либо, с желанием и без ропота». То есть служить – это не просто слово такое поверхностное, а это весьма ответственно. Человек служит – это значит, он отдает все свои силы. Без ропота и сомнения какого-то, без таким желанием человек служит. Вы когда-нибудь кому-нибудь служили? Вот, помогали кому-нибудь? Желанием делали или без желания? Ну, бывает, конечно, без желания делаешь, да, когда дело, ну, такое, не нравится мне или не по душе, я делаю без желания. Это, в общем-то, сразу видать. А когда делали желанием, тогда мы все делаем, да, для этого. Когда делаем желанием, мы применяем все силы, старания, свои способности применяем, чтобы сделать хорошо и качественно. Служить желанием и без ропота. Вопрос о том, какому Господу служить сегодня, это очень важно сегодня в жизни каждого человека. И в начале пути, особенно в молодом возрасте, я помню, тоже был такой, были такие моменты, когда я решал, что же делать мне. Или пойти путем Господним, или мир привлекал. Тоже были свои, в наше время были свои тоже какие-то искушения. И чем-то мир нас привлекал, да. И поэтому мы тоже делали выбор в свое время. И слава Богу, что Господь позволил мне сделать правильный выбор, пойти за Господом и служение Ему. Господь так благословил. И вот поэтому это очень важно сегодня сделать этот выбор, кому я буду служить. Христос, заканчивая Нагорную проповедь, говорит тем, кто его слушал, и вот выше в этой главе сказано о сокровище, где собирает человек, на земле для земных благ ли собирает, или сокровище на небесах, и тоже делает ударение, чтобы собирали сокровище на небесах. Там готовили для себя место, потому что земные сокровища и моль, и ржа истребляют, и оно не вечно. Только для земных каких-то вот желаний или жизней. И дальше потом в конце этой главы Христос тоже напоминает, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, а остальное все приложится вам. То сделать ударение, что же все-таки лучше, служение Богу или служение вот собирание этого серебра, стяжание, алчности к богатству, стремление. Поэтому именно в слове «служить» Христос употребил вот именно это выражение – служить Богу в своих словах, поясняя эту мысль тем, что при помощи служения кому-либо или чему-либо человек определяет свою жизнь, и мы можем по его жизни понять, кому он служит. Да? В притчах сказано о юноше, да, что можно определить юношу по роду его занятий, что он делает или как поступает, и мы можем понять, кому или чему он служит в жизни своей. И Христос употребляет это слово именно «служить Богу» или «мамоне», потому что это определяет его жизнь, деятельность человека.
И человек делает определенные поступки, определяющие жизнь, его быт, его стремления, его желания. И поэтому можно понять, кому человек служит. И сегодня молодежь очень важно, или крайне даже важно, определиться, кому мы хотим служить. Господу на этой земле, отдавать себя на служение Богу или отдавать на служение вот этому миру, может быть, как-то вот пытаться. Я не раз так замечал, что и в своей жизни, что бывают такие моменты, когда, ну, нужны же средства, нужно как-то устраиваться. И вот становится выбор у человека. В сердце мой не раз становился выбор, что же делать? Идти на собрание или пойти дальше ремонтировать машины? Или что-то делать? И вот не раз замечал, когда я выбирал идти, вот надо средства, идти делать это земное. И я больше всего ломал. А потом на следующий день переделывал. Потому что выбрал совсем другое. Вот так Бог вел меня тоже, не раз так показывал, что зачем ты не пошел на собрание. А когда выбирал собрание, то Бог не раз благословлял меня в жизни. Я думаю, это каждый из вас, думаю, тоже видел в своей жизни это, как Господь делает. Иисус Навин, он поставил вопрос перед израильтянами, я помню эту историю, да, как сказать ребром. Изберите ныне, кому служить, Господу, либо идолам. Изберите ныне. Конкретность. Вот сегодня вы должны избрать. Не говорит, подумайте неделю или, может быть, месяц, а потом придете мне, скажете. Он говорит, ныне изберите, кому служить. Богу, который и там перечисляет, что Бог сделал, да, потом рассказывает, как Бог провел их путем и как благословлял народ израильский, как не раз их спасал, кормил, одевал их, да, и благословлял не раз. Он говорит, изберите ныне, кому служить. Богу. Конкретность. И Христос в этих словах, которые я прочитал уже, «Не можете служить Богу и Мамонии», здесь тоже есть конкретность. Христос говорит именно о том, чтобы они выбрали, кому служить. Не можете. Это несовместимые вещи. Если они как-то у вас совмещаются, то Христос не мог этого понять. Они несовместимые. Потому что за Мамоной стоял идол. В древности это было тоже как служение. Это был такой, тоже этому богу Мамоне строили храмы, в которые приходили люди и приносили жертвы, но люди приходили, которые желали как-то разбогатеть. Вот именно в этом направлении это был идол богатства или приобретение богатства нечестным путем, то есть любыми путями. И они приходили, жертвы приносили и молили этого идола, чтобы он благословил, чтобы они приобрели богатство, отдавались как бы вот на служение этому богу. И мы видим, что еще в древние времена, до прихода Иисуса Христа, у людей остро ставился вопрос, кому они будут служить. Сегодня это, как братья уже говорили, мы идолов не ставим, да? Мы не делаем изваяния какие-то, может быть, выливаем каких-то вот, ну, какие-то образы, да? Но сегодня есть у нас другие идолы, и сегодня мы упоминались, к чему мы можем направить свою душу. В те времена были конкретно идолы, ставили их, да, там вот брат перечислял, какие идолы существовали, да, и они их ставили, им поклонялись, и там тоже становился конкретный вопрос был, или служите Богу, или идолам. И сегодня это тоже видно, или служим Богу, или служим тем идолам, которые присутствуют у нас сегодня. Такая категоричность в отношении того, кому должен служить человек, сохраняется и в словах Иисуса Христа. Не можете служить Богу и Мамоне. Категорично не можете. Это несовместимые вещи. Библейский пример, который так вот вспомнил я думаю, каждый читали, «Богатый юноша» Матфея в 19 главе 16 стиха. И вот из этого диалога с этим юношей, когда Христос увидел это юношу, да, написано, он полюбил его. И вот эти качества, которые Христос ему говорит, ты исполнил, вот эти заповеди, вот эти перечисляет, он говорит, все это исполнил от юности своей. Знаете, когда я читал за этого юношу, мне даже как-то стыдно стало, думаю, похож ли это на этого юношу вот в своей жизни? Проверяю. Молодежь, кто имеет такие качества, как этот юноша богатый? Кто может сказать, я такой же? Я думаю, наверное, очень трудно. Все исполнил. От юности заповеди соблюдал. Но что-то у него было то, что Христос увидал в нем. И что же это было? А вот как раз стремление к богатству. Когда Христос ему сказал, пойди продай имение свое, раздай нищим, и приходи, следуй за мной. То есть выбери служение мне, приди ко мне и служи мне.
И мы видим, что юноша отошел с печалью. Он не смог преодолеть. Богатство его жизни, оно, ну, было в таком размере, или как так, он служил ему, да? И оно определяло его жизнь, его стремление. И он этому отдавал себя, хотя был очень примерным человеком. С духовной стороны он все исполнял, но он не смог преодолеть стремлению к тому, чтобы обогатиться, чтобы оставить имение, и отошел с печалью. Так в своей жизни, так бы личный пример из своей жизни, вспоминаю, когда стоял вопрос рукоположения моего. Для меня это было тоже очень важно. Мы собирались уехать в Германию. В общем-то, и к этому все шло уже. И вот братья, когда беседовали, узнали, что у нас уже вопрос стоит тоже переезда. Ну и так конкретно мы уже решили, чтобы уезжать. Они поставили условия, чтобы или ты уезжаешь, или будем решать вопрос рукоположения. Сложный вопрос, как вы думаете, нам было решать? Ну я скажу, очень сложно было. Надо было... И говорит, как надумаете, позвоните, скажете. И вот мы с женой не раз молились об этом, не раз переживали. Потому что там уже место нам готовили. И, в общем-то, и церковь мы знали, в какой будем уже. И даже служение там уже так, ну, перезванивались, уже ждали, чтобы там вот так можно было и служение уже участвовать. И вот здесь стал вопрос, что избрать? Ну, в данном случае мы ехали, как бы понимаем, что и жизнь там полегче. И там, в общем-то, детей много, там легче вот с детьми в какой-то степени, да? И вот привлекало все это. И вот надо было выбрать... Что же выбрать? Бог поставил конкретно перед нами. Или вот выберите служение, да? Или можно уехать так, без служения. Для нас это было очень трудно, но в конечном итоге, слава Богу, знаете, мы решили, останемся здесь. Так вот, с женой молились об этом и сказали, братья, мы готовы остаться здесь и служить Богу. Знаете, до сих пор я еще ни разу не пожалел, молодежь дорогая, о том, что сделали такой выбор. Бог так благословил, в общем-то, и Германии не надо, никаких-то там условий, и Бог дал все. Вот сейчас мы тоже так вот переехали в город Рудный, и, знаете, Бог благословил, и дом послал, и обстоятельства помогают, такие в средствах, во всем Бог благословляет, то есть Он не остался в стороне в этой ситуации, проверял сердце. Ну, это как бы, ну, не хвалюсь этим, да, но все-таки в моей жизни это очень дорого, когда мы выбираем служение Богу, и Бог благословляет нас. Ну вот следующий пункт у меня – служение Богу. Служить Господу – это великая честь. В Ветхом Завете был призыв служить Богу. Я прочитаю этот текст, он так для меня тоже очень важен. Это было сказано Соломону. 1 Паралипоменон, 28 глава, 9 стих. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей». Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Молодежь, ответственно служение Богу? Вообще служить – это очень ответственно. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души. Тут нет какой-то половинчатости. Мы сегодня пели первый гимн, или вот звучал, да, оркестр, «Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели». То есть как бы и туда, и сюда, да? Так вот, и там, и там. Здесь конкретно он говорит сыну Соломону, «Знай Бога твоего и служи ему от всего сердца, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать его, то найдешь его, а если оставишь его, он оставит тебя навсегда». Знаете, когда прочитал текст, даже как-то ну, на сердце страх такой. «Оставить тебя навсегда». То есть конкретно это ответственно служение Богу. И если я делаю этот выбор, то я должен служить Богу. Должен отдавать всю жизнь на это, да? Все свои мысли, дела, движения какие-то делать в виду Господа, в виду служения Ему. Если не Богу служить, тогда я буду служить этому царству, временному, этому богатству, стяжать. Тоже буду отдавать все силы, все стремления, чтобы обогатиться, чтобы как-то на этой земле прожить, может быть, в роскоши, как сегодня было сказано, да, или вот с таким богатством, с большим имением. Ну и следующее, что я выделил, что же Господь, вот мы служим Господу, выбрали служение Богу. Отдаем все силы, может быть, даже не спим ночами, да, или как-то вот средства свои выделяем на что-то, да, как-то жертвуем.
действуем, да, или служим Господу. И что же Господь нам, ну, в воздаянии воздает за служение Богу? Что же, друзья, мы имеем, молодежь, от того, что мы служим Богу? Вы задумывались когда-нибудь, что же я буду иметь, если я буду служить Богу? Если я войду в церковь, кто-то станет из братьев служителями, диаконами, может быть, регентами, да, сестры будут заниматься с детьми. Размышляли, а что же будет потом? Что же я получу от Господа? Или есть ли благо в этом какое-то вот на этой земле? Сегодня потому, что мир предлагает очень много хорошего тоже, такого с виду, красивого. И я вижу часто, как молодежь как-то борется, что же избрать? Либо в церковь пойти, либо мир столько предлагает удовольствия, счастья тоже мнимого, как бы так, с виду. И смотрю, переживают, колеблются. И вроде туда пошел, потом вернулся, и колебания сильные. Почему? Друзья, Господь, когда мы служим Господу, Он нам много дает. Мы имеем много радости от этого. И имеем много пользы от этого для нас духовно. И в конечном итоге мы имеем жизнь вечную. Я так для себя выписал вот 1 Тимофею в 3 главе. Написан такой текст. «Ибо хорошо служивший приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христе Иисусе». Апостол Павел Тимофея утешает и подбадривает его, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую награду. Да? То есть, кто хорошо служит Господу, это служение очень такое практичное, и оно несет за собою вот такую, как сказать, не прибыль, да, а высшую степень и великое дерзновение. То есть, оно несет с собой благословение. Мы приобретаем, во-первых, когда апостол Павел в конце жизни, какие слова он сказал? «Течение совершил, веру сохранил, а дальше готовится мне венец жизни или правды?» Венец правды. И не раз он об этом упоминает, что ему готовится венец жизни, правды, да, и разных венцов, то есть благословение. И он надеялся, что Господь благословит его, будет награда великая. И он к этому стремился, всю жизнь отдавал. И в его жизни, так вот наблюдал его жизнь, да, читал о нем. Я думаю, тоже из вас каждый читал о нем. И что апостол Павел переносил? Не раз дано было ему палками, не раз терпел кораблекрушение, да, тонул. Братья его не принимали, не воспринимали. То есть вот такие всякие невзгоды в жизни переносил. А ради чего? Ради служения Богу. Ради служения Богу. И он надеялся, что Господь воздаст ему, будет воздаяние великое. И он говорит такие слова: «Ибо хорошо служивший приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение». Еще для себя выписал служение Богу или почтение Бога, оно несет за собой защиту Господа. В своей жизни, молодежь, я тоже не раз ощущал эту защиту Господа. Когда выбирал служение Богу, когда стремился исполнить, может, волю Божию где-то, или выбирал, когда выбор стоял, земное или небесное, и когда выбирал небесное, я видел, как Господь защищал. Когда я выбирал земное, не было защиты. Я уже говорил, что не раз я переделывал потом машины, когда выходил, думаю, воскресенье сделаю вот до конца, чтобы на следующей неделе, ну, было меньше работы. Не раз такое было. И вот наломаю воскресенье, а потом понедельник, вторник я ее исправляю, эту машину. И думаю, зачем же я воскресенье работал, да? То есть выбор стоял, я делал неправильно, и не было благословения. А так Господь, Он защищает, и не раз. Однажды помню, ну, тоже так пример с личной жизни, ремонтировал одну машину, ну, двигатель собирал, был японский двигатель. И, знаете, с таким, как сказать, внутренним чувством, что я же знаю хорошо вот этот двигатель. Вот так собрал я его хорошо, с таким вот, ну, удовлетворением, с такой радостью. Ну, там женщина была, эта машина. Вот она забрала ее и уехала. Но я довольный, получил средства, сделал машину. И с таким чувством, что я знаю, как делать. И вы знаете, не молился Господу об этом как-то, не просил у него помощи. И вот потом, через время, прошло дня два, звонит этот человек, или женщина говорит, встала на дороге прям. Я внутренне как-то запереживал, думаю, что же такое? Ну, она не поменяла одну деталь там, о которой я говорил. Но я думаю, вот не поменяла деталь одну, вот поэтому у тебя так и случилось. Знаешь, что ее нужно обязательно менять, но не поменяла. Но когда машину притащили, я когда под нее так вот залез, открутил поддон, ну, кто братья знают, и ужаснулся. А знаете, чему ужаснулся?
А вот там есть такая трубочка, которая масло втягивает в двигатель. Я ее не затянул, оказывается. И вот она потихоньку откручивалась, и двигатель заклинил, потому что не смог масло втянуть в себя. И знаете, я понял, я вот когда лежал под машиной, знаете, я и покаялся там под машиной в своем, что я все знаю, все умею. Так прям там лежа молился Богу, что «Господи, прости меня». И вот знаете, Господь поставил свою защиту. Он преподнес мне урок, и потом этот ремонт обошелся, ну, может, это братья знают, где-то в 15 тысяч. Очень немного. Я удивился. Сначала просто, знаете, просто у меня все основание ушло из-под ног. Я молился: «Господи, прости меня, я понял твой урок». Шибко много горжусь, да. И вот, знаете, мысль в том, что Господь ставит свою защиту. И вот Он преподнес мне урок и поставил защиту. Я смог этот коленвал просто зачистить. Обошлось легким испугом, да, поменял вкладыши там, ну, запчасти. И машина пошла дальше, до сих пор она ездит, и ничего там больше. То есть Бог ставит свою защиту. Он нас научает, но Он и защищает, когда мы избираем Его, когда мы понимаем Его голос к нам или избираем Его волю. И Господь благословляет. В 6 главе Матфея, в 33 стихе, написаны такие слова. «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». О чем Христос говорит в этих словах? Если мы, молодежь, избираем Божье, избираем Царство Божье, что прилаживается нам? Я так для себя отметил, Господь усматривает наши нужды. Усматривает наши нужды в жизни. Если мы избираем Божье, если мы служим Богу, если впереди ставим Царство Небесное и служение Богу, то Господь усматривает наши нужды в нашей жизни, личные наши нужды. Да? Вот в нашем быту, что мы делаем, и работу ли мы ищем, да, или как нам жить, устраиваться, Господь усматривает это в жизни. И Его слова здесь написано: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Сказал сам Христос об этом. И Он это исполняет. Второй пункт из этой темы – это служение Мамоне. Чем обуславливается служение Мамоне? Или что это такое? Друзья, молодежь, кто может сказать, что такое служение вот Мамоне? Сегодня уже были много мыслей сказано о сребролюбии, о том, чтобы удовольствие в жизни искать, да? Как-то к этому стремиться. И все-таки мы же в своей жизни тоже хотим как-то обустроиться. Хотим иметь дом, хотим иметь семью, хотим иметь хорошую работу, может быть, кто-то хочет иметь хорошую машину, да? И что, разве нельзя нам об этом думать и переживать? Вот так все доверить Богу и спокойно сидеть сложа руки. Что ж такое служение Мамоне все-таки? Вот когда я разбирал именно слово «служить», это очень ответственно. Это определяет нашу жизнь. Наше служение определяет нашу жизнь. Наши поступки, они будут делаться или идти так, как мы мыслим, как мы живем. И это будет видно по нашей жизни. Если мы выбираем служить Мамоне, это не просто устраивать свой быт, может быть, дом построить или машину купить. Это намного больше. Это как раз желание обогащаться, это все жертвовать или отдавать себя. Как мы отдаем себя на служение Богу, то есть в это подчинено наши внутренние мысли, наши желания, наши стремления, наши дела, наши поступки, все на служение Богу. Так же само противоположная мысль. Мы будем все отдавать на то, чтобы обогатиться. Мы будем на это тратить, может быть, время, все отдавать. И силы свои, может быть, и часы сна. И будем полностью там погружаться. Пока в конечном итоге, может быть, где-то не погибнем, да, или как-то что-то случится. Человек отдает себя полностью. Вот в этом смысле, поэтому противоположные вещи. Христос говорит: не можете служить Богу, не можете служить Мамоне. Вместе оно несовместимо. Либо будете одному поклоняться, либо будете другому поклоняться. То есть служение Мамоне – это человек целенаправленно служит этому, отдает всю жизнь, все мысли, все стремления, все желания идут на то, чтобы обогатиться в жизни. Так здесь вот я вначале прочитал: алчность – стяжание, стяжать алчность. Помните за богача, который собрал богатый урожай и сказал такие слова: «Веселись, душа, да? Много добра лежит у тебя на многие годы. Ешь, пей, веселись.
много богатства собрал. Вот это алчность, стяжание. И когда оно присутствует в нашей жизни, оно иногда затмевает наш взгляд на Христа и затмевает вообще взгляд на разные вещи. И человек тогда отдает все, чтобы собрать богатство. Как в древние времена было, люди приходили в этот храм и поклонялись этому идолу, и молились ему, чтобы любыми средствами достать эти богатства. И сегодня это стремление тоже, молодежь присутствует. И не раз я видел тех людей, которые любыми путями хотели достичь этого богатства, и, возможно, достигали этого, да, но жизнь складывалась очень печально. Очень печально. Даже так вот в беседах с некоторыми богатыми людьми и замечал, что они не имеют счастья в жизни, не имеют внутреннего удовольствия, да? Они как-то пропитаны тем, чтобы еще больше накопить, еще больше набрать. Вот недавно я, вот во вторник был родительский день, и мы поехали на кладбище, чтобы там раздать литературу, пригласить на собрание, вот так побеседовать с кем-то. И вот знаете, ходил я между могилками, так вот размышляя как раз об этой теме, смотрю, и могилки разные. Есть такие, что туда трепетно даже наступить. Гранит, камни, такие постаменты. Но думаю, богатый человек здесь лежит. Дальше иду, ну, маленькие могилочки, да, совсем все разные. И даже подошел к одной могиле, так вот шел между могилками, смотрю, бессмертный лежит. Думаю, интересно, надо же, и ты тоже здесь лежишь. Ну, это фамилия, конечно, бессмертный, там вот как-то его зовут. И стал перед ним, знаете, возникла мысль такая. И вот всю жизнь... Кому-то они служили. И это видно с какой-то стороны. Большая могилка такая, шикарная. Наверное, много денег было. У кого-то совсем маленькая, у кого-то даже оградки нету. Разные, похоже, были положения людей, разные. Но в конечном итоге все они здесь, да? И даже бессмертные тоже здесь. Думаю, надо же, как вот, вот именно в размышлениях об этой теме я подумал, все придут к этому. А что в жизни они своей прожили? Как они ее прожили? Кому они служили? И в конечном итоге, вот здесь они все находятся, да? А какой выбор сделал человек в жизни своей? Как он пришел к этому, да? И где он теперь находится? Я думаю, молодежь об этом тоже очень важно знать и размышлять и в молодом возрасте. Потому что вот так, ходя среди могилок, я смотрел еще на памятники и надписи «года». И заметил, что много людей младше меня лежат. И младше, и, может быть, одногодок моих, смотрю, думаю, надо же, уже их нету на земле. А чем они жили, да, их стремления, кому они служили. Очень важно нам, молодежь, размышлять об этом и думать, кому будем служить. И вот последнее, кому служу я? Ну, я хотел здесь так вот, чтобы это было практически. Может быть, у кого-то из вас есть примеры практически, как вот вы в своей жизни служили Богу, и Господь благословлял. Или, может быть, избирали служение мамоне, что-то вот так вот, да, делали, и... не было бы успеха. Может быть, есть какие-то примеры, да, или добавить что-то. Хотелось бы услышать. Вот благословение, которое Господь вам давал, когда вы избирали Господне. Или, наоборот, избирали земное и видели, что благословений нету. Можно поучаствовать или как-то сказать об этом. Примеры такие есть, может, у кого-то в жизни? Пожалуйста. Иисус Навин конкретно сказал, «Изберите ныне, кому служить». Вот кому служу сегодня я, молодежь? Кому я отдаю свои силы, стремления? К чему стремлюсь? Пожалуйста, может быть, есть какие-то примеры, поучаствовать практически, чтобы нам было ясно, к чему же направить свои мысли, свои желания. На служение Богу или служение мамоне. Потому что сегодня как раз выбор, и у многих, и здесь сидящих тоже сегодня выбор, куда же пойти? Может быть, в мир пойти, да? Там вот удовольствие, все так ярко, пышно, прожить так жизнь, или пойти на служение Богу. Можно поучаствовать. Какие-то практически есть примеры? Вот. У меня тоже на сердце появилось желание рассказать, засвидетельствовать немного. Я тоже вспоминал этот текст «Не можете служить Богу и мамоне». Я работал в столярном цеху, и как бы работа неплохо шла у нас. Мы изготавливали лестницы на то время, это такая перспективная работа, очень хорошо оплачивается. И меня это начало завлекать. Хотя я был уже семейным человеком, но меня очень сильно начала завлекать эта работа. Я весь поглощался в работу все больше и больше. И это, знаете, это же интересно, да, много получать, зарабатывать.
вот мамоне, богатству. И Бог меня начал останавливать. Это случилось в 2008 году, это было. В общем, был семейный лагерь, заезд. И мне друг говорит, приезжает вечером, слушай, поехали в лагерь. Я говорю, нет, у меня работа, я не могу оставить работу, мне надо доделать лестницу, вот у нас объект такой, в общем, это все серьезно, надо сделать. Он говорит, да подождет, поехали. Я говорю, нет, я не поеду, я останусь. Жена вечером уговаривала, поехали на семейное, поехали на семейное. Я говорю, нет, я останусь, я не поеду. И вот я на следующий день поехал на работу, работаю, пообедали мы вместе с братом одним, с молодежью. Я пошел, включил станок и в один момент потерял 4 пальца сразу. И я выключил станок. И знаете, что первое я говорил? Я все понял. Господи, я все понял, я все понял. И я бегал, я не знал, что делать. Я говорю, сейчас меня отвезут в больницу, зашьют пальцы, я поеду на семейное. Я все понял. А куда тебе поеду? Все уже. Никуда я не поехал. Я лежал неделю в больнице. Каялся тоже, просил у Бога прощения. Я затягивался вот в мамоне, служить мамоне. И с того момента я действительно по-другому начал смотреть. Молодежное общение. Может быть, кто-то сегодня остался. Надо работу делать. У меня важные дела. Мне надо сделать. Нет, надо оставлять. Надо оставлять. Это земное, это все проходящее. Это можно... Бог позаботится, но надо избирать небесное, надо избирать служение Богу. Молодежь, очень хороший пример, да, практический. И в жизни не раз Господь будет допускать и в вашей жизни, когда надо будет решить правильно, да. И мы будем видеть ясно, что надо было сделать так. И хорошо, когда мы можем избирать, да, вот так практически Господне и Божье, да. И даже в вопросе спасения, вот сегодня был призыв, и как вот брат сегодня сказал, что много тех, кому сегодня нужно тоже действительно покаяться перед Господом. Это тоже выбор, кому я буду служить. Покаяние – это не просто, если я покаюсь, значит, я думаю, что я буду служить Богу, да? Это очень конкретное решение, и к этому тоже нужно прийти, пусть Господь благословит молодежь вас, чтобы вы могли принять сегодня конкретное решение. Кому вы хотите служить? Богу? И значит, многое нужно оставить. Но, друзья, надо понимать, что мы многое приобретем. Часто мы заостряем внимание на том, что если я все оставлю, а что же у меня останется? Это надо будет вот это оставить, вот так, так хорошо, так приятно. Это все нужно оставить. Друзья, другая мысль, мы многое приобретем. Господь многое нам даст и в духовной жизни. И так благословения будем много иметь. Пожалуйста, может, еще есть какие-то вопросы, может, по этой теме или еще так поучаствовать. Хорошо было бы. Практически. Ну, если больше нет, я еще последний текст прочитаю. Это записан 1 Тимофея в 6 главе. Здесь написаны такие слова. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни». Вот апостол Павел, он Тимофею написал такое пожелание, чтобы он уклонялся от стремления к сребролюбию, потому что много людей пошли этим путем, и написано, что погружает людей в бедствие и пагубу. Много людей погибло на этом пути и пропали без вести. Некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Те, кто ушли от Господа и пошли этим путем, подвергли себя многим скорбям. И он говорит, ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай. И написано, в чем преуспевать? В правде, в благочестии, в вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни. Молодежь, мое пожелание, так вот в конце своего слова, чтобы вы тоже могли стремиться к святости, убегать и подвязаться добрым подвигом веры. Пусть Господь благословит вас. Аминь.